Здравствуйте! В эфире «Абаза ТВ», биографический салон, и сегодня у нас в гостях Лия Пачулия. По профессии она врач, во время Отечественной войны народа Абхазии была медсестрой. В салоне у нас также присутствует аудитория, и в конце нашего интервью все желающие могут задать вопросы нашей гости. Лия, вы выросли в смешанной семье. Отец ваш абхазец, мама грузинка. На каком языке говорили дома и почему? Больше мы говорили на русском, потому что папа не говорил на мингрельском, мама не полностью освоила сложный абхазский язык. И поэтому язык общения у нас больше был русский, но я, конечно, очень хорошо знала мингрельский, и знаю абхазский, очень этим горжусь. А где вы учили вы эти языки? Пукащ, это школа, абхазская школа, очень славная школа. В свое время выпустила много известных людей. Так что с языками у меня был полный порядок, полный комплект. Лия, а вот с началом грузино-абхазской войны, учитывая, вот, что ваш отец абхазец, мама грузинка, мне кажется, что им в вашей семье было тяжелее всех, потому что им приходилось переживать не только за своих детей, за себя, это как бы общая ситуация для всех, но и за родственников, с которыми их связывали вот эти кровные узы по ту и эту сторону. Поэтому вот интересно, как ваши родители восприняли весть о начале грузино-абхазской войны? Что они говорили? Как это происходило в вашем доме? Ну, естественно, с радостью это никто не воспринял, ни с той, ни с этой стороны. И то, что это плохо, и то, что не надо было до этого доводить, это говорили все. Но, в общем-то, моя мама, она принимала сторону своих детей. Она понимала, что случилось то, что случилось, а с кем быть для нее это... У нее была такая вот своя политика, когда она ездила в Грузию, она говорила, что мы правы, а нам она говорила, что не во всем вы тоже правы. И так вот, вот такая была женская логика. А что-то детям конкретно они сказали, вот, когда началась война? Вот я знаю, у вас два брата. У меня два брата. Я оказалась в Гудаутах, и когда началась война, я до окончания войны один раз только сумела с ранеными оказаться в Пакуаще. Так, в общем-то, там не было никаких вот колебаний и сомнений. Мой брат находился один в Пакуаще на позициях, другой находился в Кварчели, а я была в Гудаутах. Вот как началась война для вас? Где вы об этом услышали? Я работала тогда в санатории МВО. И, утро ничего не предвещало, все было так хорошо, и погода замечательная, даже я успела сбегать на море до работы, и сидела в кабинете где-то часов в 11, и этот грохот, выстрелы, это же все там началось, это район Красного моста, сперва думали, что это какие-то учения, потом выяснилось, что случилось то, что случилось. Была объявлена мобилизация, потом мы все побежали кто куда, я лично побежала на телевидение, потому что мы всегда, это цитадель наша была, мы всегда там узнавали самые первые новости, друзья у меня там работали. И вот это вот была ночь неразберихи, непонятки, как уже были первые раненые, уже мы бегали, я помню, с Аликом Джопо по позициям, ездили, раздавали, взяли во второй больнице перевязочный материал, там что-то очень экспромтом, но очень получилось организованно. Вот так вот, совершенно в никуда. Мы уехали в Гудауту. И тогда мы думали, что это тоже вот-вот-вот и рассосется, но оказалось, что надолго и... Даже навсегда. Лия, скажите, вот до начала грузино-абхазской войны вы чувствовали вот этот межнациональный накал? В чем он проявлялся? Какие-то конкретные эпизоды истории можете рассказать? Конечно, это было невозможно не чувствовать. Вот накал этот был очень высокий. И с нами просто не церемонились. Это сейчас так нас любят и лечат, и встречают, и провожают. А тогда это было все совсем по-другому. Чувствовали свое превосходство, вообще не жили с ощущением своего превосходства. И, наверное, вот тогда, когда получилась возможность, они решили сделать решительный жест. И когда они въехали на танках, это тоже же было решение раз и навсегда с нами покончить.
Это было отношение к нам. Это было. Вот сейчас, когда вот какие-то сомнения возникают, не то чтобы у меня была личная обида, но это объективная реальность. Мы в этом жили, мы это видели, мы это через себя пропускали. И поэтому считать, что вообще-то они хорошие люди, просто мы их не поняли, это не есть хорошо. Люди не меняются в этом вопросе. Есть то, что есть. Они воспитаны были так. Я, когда работала в университете, который был еще общим, я читала медицину, гражданскую оборону, естественно, читала на русском языке, фамилия у меня такая аморфная. И тем не менее, они выяснили, что я абхазка, и они отказались слушать мои лекции. Они студентки? Так и объявили студентки филологического факультета. Они так ей сказали, мы, что у нас грузинских врачей нет, почему мы должны ее слушать. Ну, в общем, они объявили мне вот такой вот бойкот, очень долго их уговаривали, чтобы это было в моей жизни. А вот интересно, ну, позиция студентов, ну, более или менее понятно, да? А вот как руководство университета отреагировало? Они поддержали своих студентов? Что они вам сказали? На этой кафедре я была одна абхазка, и то я была почасовиком. А на этой кафедре основ медицины тогда, до развода, пока мы не разошлись, потом грузины открыли свой филиал, а абхазский университет остался абхазским университетом. Они очень так мягко их укатывали. Ну и очень долго и мягко их укатывали, дали себя уговорить, и я этот несчастный цикл лекций им прочитала. Вот так. Скажите, пожалуйста, вот за время войны удавалось ли вам общаться со своими близкими? Потому что вы находились в этой части Абхазии, ваши были на Восточном фронте. Как это у вас происходило вообще? Как вы переживали вот эту ситуацию? Ну, естественно, я как-то вот, когда мы приехали в Гудауту, вот первое время телефонная связь была, и тогда люди очень помогали друг другу, и вот я вообще просто позвонила в Торчал, сказала, что я вот здесь, передайте такому-то, передали, и вот мне успокоились, что я хотя бы нахожусь в Гудаутах. Тогда это был относительный островок такой безопасности. А потом эти были треугольники, мы писали друг другу письма. Папа мне писал великолепные письма, и вообще они у меня сохранились. Это вот столько во всем этом было вот надежды, и искренности, и патриотизма. Я до сих пор их храню. А могли бы вы рассказать о первом дне войны более подробно? Ну, первые три дня войны, которые у нас вот были вот вечером, мы вот мы когда уже разошлись, когда я уже была дома, я жила на улице Эшба перед республиканской больницей, и мой балкон выходил прямо вот во двор больницы. И вот в тот день, когда вертолет летал, это, наверное, было 17 число, гвардейцы грузинские оказались во дворе, наши ребята тоже там несколько человек, потом оказалось, что это был Алхасар Гун Афонский, Сангуля был, ну и несколько ребят, которые потом вот мы выяснили, кто был кто. И завязалась перестрелка. В этой перестрелке убили одного нашего парня с нашего дома, Мингрела. Я думаю, что это была случайность. Может, даже они сами, гвардейцы, это была их пуля. А грузин один оказался ранен. И он забежал в первый подъезд, в наш подъезд, на первый этаж. И он был вооружен, и он там держал, так сказать, оборону. Вот я когда узнала, что там кто-то ранен, я побежала туда. Вот. И он был очень серьезно ранен, он потерял много крови, и, в общем-то, у него был реально шанс умереть. Да. И я его предупредила, что вот я ему окажу помощь, но только чтобы он не шумел, не поднимал. И я тогда еще мы не понимали вот эту ситуацию вот настолько, вот как. Что настолько, ну, эпизод, и все мы люди, и, ну, вот я смогла его уговорить, я побежала, взяла там перевязочный материал, вот, смогла его докричаться до этой республиканской больницы, отправить его, он уже был вот никакой, ну, вот это был мой первый раненый. И, в общем-то, он исцелил, он остался жив. Потом я в тот же день убежала,
А он где-то через некоторое время, через месяц, он-то помнил, где все это случилось. Он был гвардеец из города Тель-Авив, человек, который из Тель-Авива приехал в мою страну наводить порядок. Вот. Он уцелел, он пришел, он считал, жесты красивые они делать умеют. Он пришел с презентом, поблагодарить, нашел подъезд, спросил соседей. Они ему объяснили, кто есть я, и что я уже там сижу, и в них стреляю, и все такое. Соседи были на меня очень обижены, конечно, потому что вообще вот это наше сопротивление, это не предполагалось. И оказывается, многие из них были в курсе, что это будет, что вот такое событие. Они приедут, наведут порядок, и все будет очень хорошо. А вы как-то имели возможность после с ними пообщаться? Или откуда я у вас такая? Я имела возможность, да, после с ними пообщаться. И вот это уже эти эпизоды начинаешь вспоминать, что было, что говорили. Когда вот это случилось, у нас соседка моя, она набросилась на меня, ну, убили мальчика. Ну, собственно, никто этого не хотел. Мальчик был студент, никто этого, конечно, не хотел. Я там жила сколько до войны на глазах. И, конечно, было очень жаль, что это случилось. И мы первые туда побежали. И вот такая злоба, мы вас всех взорвем, мы вас всех уничтожим. А нас было там двое, которых надо было взрывать и уничтожать. Это была я одна абхазка на четвертом этаже и на первом этаже Нелюзга. Две семьи на весь подъезд. Лея, что бы вы хотели рассказать о своих полевых друзьях, медсестрах? Mm. Как складывались ваши отношения в таких непростых военных условиях? Ну, знаете, конечно, вот находиться вот на войне, это тоже вот, ну, там разное время. Чаще всего это обычные будничные дни, когда вот ничего вроде бы не происходит, и ты находишься в этих вот, ну, совершенно, ну, полевые условия, есть полевые условия. Это осень, зима, потом весна тяжелая, вот, и наши наступления, которые были не очень первое время удачные, такие были обломы, столько погибших. Но я всегда восхищалась девочками, потому что вот это были вот не медики, вроде бы они вот по своей профессии, собственно, призвание было другое, да, вроде бы. Но они так себя нашли, они так сумели вписаться в эту ситуацию, они оказывали столько помощи. Это были очень храбрые люди. Я на них смотрела немножко снизу вверх, потому что, ну, молодцы. Да. А какие-то более конкретные истории можете вспомнить, рассказать все-таки какие-то эпизоды? У нас лялька была такая, аршпа, девочка из Ткварчели. Вот такая была жертвенная, самоотверженная девочка. Она, у нее было такое своеобразное очень произношение. Она говорила: мне все равно, главное, чтобы вот ребята, чтобы все было хорошо, мне все равно, что храбрая. И она вот была готова всегда, вот, была готова к тому, чтобы погибнуть. У меня вот такое ощущение. Она для себя вот решила, что вот главное общее дело, а то, что с ней, ну, не каждый мужчина может себя так подготовить. Конференции, в которой вы участвовали во время войны. Расскажите об этом эпизоде, пожалуйста. Вот был такой эпизод, значит, ну, знаете, как мы оказались закрыты, вот, никуда не выезжали, ничего, я была Эшера Гудаута, а потом в один момент, в мае, в конце мая, в Москве проходил международный конгресс «Врачи против войн межнациональных и гражданских конфликтов». Вот как-то вот так вот звучало, и прислали вот бумагу с приглашением принять участие. И вот на этой бумаге там обеспечить присутствие и его подпись. У меня эта бумага сохранилась, меня вот выдернули из СШР, дали мне кучу денег, как я тогда считала. Я думала, что это огромные деньги, 20 тысяч, одели, обули и мои девочки, и отправили в Москву. Вы одна поехали? Я одна поехала. Ну, там вот абхазское землячество, которое там было, они меня встретили и там оказали поддержку, там массовость создали. Марина Шанава, моя подруга, там тогда жила, и вот мы вместе с ней вдвоем, там, я выступала там, по Первому каналу, по Шестому, по Второму, и, в общем, никому не давала слова сказать, только о нас. Я считала, вот я вот приехала в мирный город, в мирный процветающий город Москву,
которую я, в общем, да, не видела такой. И я считала, что, ну как это так, вот они вот здесь вот, а мы вот там вот так вот, и как они могут. Мне, ну, когда у человека горе, ему кажется, что все должны быть в черном. А люди жили своей жизнью, и наши эти, им было непонятно. Для нас это было очень тяжело пережить тогда мне почему-то. Мне это казалось, что справедливости на свете нет по этому плану. Вот, и очень нас поддерживали, я помню, там подходили, говорили о том, что все у вас будет хорошо. Я помню, с армянской делегацией мужчина подошел, сказал, вы обречены на победу. Вот именно такая фраза была, вы обречены на победу. Вот, а тут намечалось июньское наступление. Я себя там чувствовала, вот быстрее надо домой, потому что это вот, ну как, вот я знала, что что-то там начинается. И вот буквально перед июньским наступлением я оттуда вылетела. А вот потом мы с Зуриком Аргун собирали монтаж, когда он делал, я приезжала, этого материала, вот это пускали. Потом говорят, когда вот по первой программе была, они мне сказали, какой день будет, но я вот этот день была в шрамах, я не видела, что там было, но по нескольким каналам это прошло. В общем, такой резонанс был, тогда к нам вообще так относились. Все держали нашу сторону. Причем грузинские представители вообще, мне сперва сказали, что их нету на этом международном конгрессе. Оказывается, они были, но они решили не проявляться. Потом это я выяснила. Вот так они даже не выступили? Они даже не выступили, они даже не проявились. Там, ну, видимо, они видели атмосферу, которая вокруг них, вот, и не сочли нужным это сделать. В общем. Скажите, вот что бы вы могли вспомнить и рассказать нам вот в таком плане, в таком ракурсе, самый трудный день войны для вас и самый счастливый? Вы знаете, вот как это ни странно, вот счастье не вписывается вот в это время, а самый трудный день войны, наверное, у нас было очень тяжелое мартовское наступление. И долго готовились, долго ждали, и, ну, видимо, слишком шумно готовили. В общем, мы вели себя немножко наивно. Война есть война, и, собственно, наверное, какие-то правила надо соблюдать, которые мы не совсем это умели делать. Всегда, когда очередное наступление ожидалось, да, нам еще не сказали, а в Эшерах армяне уже собирали свои вещички, там, погружали в тачечки и начинали уезжать. Я думаю, ну это уже к наступлению. И так было каждый раз. И вот в марте вот мы очень сильно обломались, потому что уже готовились, уже было и снабжение хорошее, и оснащение, и все. И мы думали, что вот-вот, и мы будем там. А потом оказалось, что вот эта группа прошла, потом их отрезали, рассвело, а вторая группа не идет. И, в общем, как-то началась такая неразбериха, и такая была боль, что вот ну, там те остались, а мы здесь. И это было... Очень много было убитых, раненых, и это было очень тяжело. А что касается, ну, по логике вещей, День Победы, он должен быть самым счастливым, но мы к этому тоже шли очень тяжело, и очень близкие вот погибли, и мы знали, что вот этот вот тот, и это, и наши девочки такие были потери, а когда мы в городе оказались, это уже, мы были такие выжатые, такие вот, просто вот мы констатировали факт, вот мы здесь, вот случилось. А то, как вы вошли в город, можете подробно рассказать? Ну, мы шли через Бараташвили, вот мы шли через Шром ушли верхнее направление, и мы шли, нам все время давали команду вперед подтягиваться, мы, значит, отправляли раненых, сами двигались вперед. А когда уже в сам город мы въезжали, мы оказались вот с водителем вот вдвоем на скорой. Мы едем, и вдруг выясняется, что это уже вот ботанический сад, и мы в городе, и вот этот вот горит совмин. И я помню, я начала плакать по поводу совмина, очень возмутила водителя, который нашла, говорит, о чем плакать. Вот. Потом мы все выгрузились в республиканской городской больнице, вспомнили Марину Миклаве, которая никогда туда не зайдет, это место, где она работала. Мы с Фирюзой поплакали по этому поводу. Вот такой счастливый день. Скажите, вот после грузино-абхазской войны
Как складывались ваши отношения с родственниками вот с грузинской стороны? Вы поддерживали с ними отношения? По какому поводу вот вы ездили туда или как? Да, мы, в общем, как, ну, сразу после войны, конечно, какие связи могли быть, но так вот получилось, что в последний день войны моих родственников с той стороны вот, убили моего дядю и убили моего двоюродного брата. И тетю ранили. Мы тетю увезли к себе домой и досматривали ее, потом искали родственников, чтобы переправить ее. Вот. Так что у нас отношения вот такие вот были. Они знали, что мы есть, мы знали, кто. Хотя из моих близких никто не принимал участие в войне. Ну, некоторая обида, конечно, у них осталась, что я оказалась там. Они считали, что просто по законам родства, ну, могла бы хотя бы, ну, хотя бы не участвовать. Хотя бы. То есть они так, так считали, они вам они, об этом сказали? Они так считали, вот они так считали, но когда оказалось лет через 10, я туда уже приехала, вот были похороны, но по хорошим делам так ездить туда, ну а когда случилось, что дядя мой умер, я поехала. Собственно, они, видимо, уже переосмыслили эту ситуацию, они мне сказали, ну ты была со своим народом, в общем, простили мне это. Лия, спасибо вам большое. А сейчас мне хотелось бы обратиться к нашей аудитории. У кого есть вопросы, пожалуйста, можете их задать. Пожалуйста. Во время войны, помимо сложных условий, как было дело с медикаментами? Что хватало, чего не хватало? Как вы это все приобретали? Ну, я вот у нас вот на нашем фронте, да, я не ощущала вот такого вот, не было такой вот, чтобы не было чего-то очень вот такой нехватки. Мы каждое наступление старались индивидуально каждому воину сделать пакет, вот, чтобы там и перевязочные, и жгуты, и медикаменты необходимые. В принципе, все это было. Я думаю, что на той стороне, наверное, было тяжело, мне вот сложно судить. Но мне казалось, что у нас все есть. И вообще у нас было вот такое вот ко всему отношение. Все достаточно. Главное, чтобы мы победили. Не было никаких вот таких капризов, там вот они хашим титари, хашим титанихам. Все выкладывались кто как мог. Я помню, когда наши вот гудаутские медсестры ездили к себе домой, да, ну, там курочку пожарят, нам сюда принесут. Можно, вот, у нас все было, в принципе. Но, конечно, не домашние курочки, но все равно там торты какие-то нам присылали. Ну, баловали как могли, как могли. Но когда мы оказались в городе, вот уже мы вошли в город, когда я увидела, какое у них было снабжение, я поняла, что, ну конечно, они на голову лучше нас были оснащены медикаментами, и сколько оружия было разбросано везде. И, в общем, это человеческий фактор сыграл основную роль, и у них было столько форы, они могли бы, конечно, и в силе, и в снабжении, и все, но случилось то, что случилось. Я считаю, что это вот исключительно героизм наших ребят, которые в самом деле вот положили себя. Это вот ничего не поможет. Ты окулзитор, тарги с головы до пят. Все равно, если человек внутри, он не готов, он ничего не сделает. Так что это человеческий фактор, еще раз повторяю, и наши ребята, которые девочки, которые смогли вот себя положить, это вот такой высший пилотаж патриотизма, это проверенные люди, люди, в которых сомнений нет, потому что я считаю, что человек, который, когда на родина в такой опасности, естественно, вот ничего личного не должно быть для патриота. Но опять же, не каждый человек обречен быть патриотом. Это тоже вот людское качество, кто-то такой, кто-то не такой, и претензии к ним предъявлять. Я считаю, что ну, он такой, он не смог, это его личное дело. Но после вот этого личное дело должно продолжаться. Не бывает так, чтобы он во время войны он скрылся, а после войны он вдруг стал таким патриотом, и теперь он так не бывает. Человек проверен этой войне.
этой войной человек проверен. Почему-то мы имели такой момент. Это было несчастье, но мы имели момент проверить людей. И я считаю, что мы в ответе за души тех, которых мы положили в эту войну, мы заплатили очень большую цену, чтобы мы сохранились, чтобы мы, абхазы, как абхазы, сохранились, чтобы Абхазия осталась Абхазией. В другом случае все было бы совсем иначе. Мы это должны понимать. И те, которые вот тогда нас оставили и ушли, да, они могли бы спокойно вернуться и сказать: да, вот, ребята, я вообще тут ни при чем, тут такое случилось, я продолжаю дальше жить. А те, которые были на этом фронте, они этого права лишали себя сразу. Вот, вот такой расклад. И вы знаете, это как окна Авертона. Вот взгляд меняется. Тогда, 22 года назад, да, когда ребята говорили: ну, Абрахайлга, мы сейчас тут разберемся, а потом мы с ними поговорим. Не поговорили. И вот получилось, что от, ну, вот такой вот переход получилось от невозможного, нереального до объективной реальности. И мы в этом живем. Спасибо. Есть ли еще у кого-то вопросы? Я немножко отвлеклась, я извиняюсь, вот от основного вопроса. Здравствуйте, Гваджава Тамила, исторический факультет, кафедра истории и теории международных отношений, 5-й курс. Вот хотелось бы вернуться к национальному вопросу. Вы сказали, что в то время, когда вы были преподавателем, вас бойкотировали. Ну, хотелось бы узнать, были ли еще подобные случаи, и вообще, какие были отношения между студентами-преподавателями и студентами там, разных национальностей, студентами-абхазами и грузинами? Ну, учитывая наш менталитет, нашу вот такую врожденную вежливость, мы всегда старались до конца держать добрые отношения с людьми, да, добрые отношения с людьми. Но я, например, меня всегда вот это удивляло, почему они, я-то понимаю мингрельский язык, я немножко понимаю грузинский язык, хорошая абхазка, ну, хорошая девочка, при этом, вот несмотря на это, вот такое, понимаете, вот такое вот тогда насаждалось отношение к нам. Так это было, я тому свидетель. И чувство собственного превосходства, вот у них какое-то вот такое вот было, что не то, что там по-русски говорить, это возбранялось. Вот просто спросишь на рынке что-то, вот спросишь, да, что-то попросишь, да, а она, вот я помню, мы с подругой что-то покупаем, и это шави, оказывается, шави это что, спрашиваю я. Вот я не подумала, да, черный там, это почему вы не знаете, что это, почему мы должны были знать этот язык. Вот. Их воспитали вот в таком поколении, вот это поколение было воспитано так, что они считали, что это вот мы тут живем, а в общем. Если можно, хотелось бы, чтобы вы вспомнили самый яркий эпизод войны, который врезался вам в память. И второй вопрос, если можно. Главный урок из этой войны, который вы лично для себя извлекли. Спасибо. Да. Вы знаете, вот главный эпизод я просто не хочу вот называть, потому что это, наверное, будет больно родственникам. Когда вот человек умирает, да, вот, наверное, когда он умирает от болезни, когда этого ждут, когда он стар, немощен, болен, это одно. А когда вот здоровый, красивый человек, и вдруг он уходит в мир иной, вот, и ты это видишь, они умирали, вот они были необыкновенные, у них были необыкновенные лица, они, у них были такие глаза острые, они были необыкновенные, как будто они уходили вот в небо ангелами. Вот такое вот было. Меня это... Да, вот это вот врезалось в память, и вот сколько времени прошло, и все равно вот это вот ощущение, что они там, а ты здесь, и вот это случилось. Вот я еще раз говорю, мы в ответе за души тех, которых мы потеряли. Вот. Война — это очень большая гадость, что, ну, вроде бы в человеческом обществе, в цивилизованном этого быть не должно. Но так было и так будет, к сожалению. Потому что это не только чисто вот такое вот
патриотическое, вот, чисто вот героическое явление, а не только это, не только это, но там очень много составляющих, чисто вот кто-то на этом очень хорошо богатеет, кто-то очень поднимается, кому-то это открывает какие-то новые возможности. Ну, это в любом случае это грязь, это плохо, это ужасно. И, конечно, вот самый худой мир, это было бы лучше, чем то, что случилось, но не смогли мы договориться, и случилось то, что вот. Вы говорили о том, что ваша родня была на вас обижена в какой-то степени, за то, что вы встали на сторону абхазского народа. А у меня вот к вам вопрос. Есть ли у вас какая-то обида к своей родне? Я еще раз скажу, что ну вот конкретно, конкретно из моих двоюродных братьев против нас никто не стоял. Но если вот рассматривать как национальное явление то, что случилось с моими родственниками, да, у меня обиды нет. Может быть, это снисходительность победителя, я не знаю, что это. Но, конечно, этого нет. Этого нет, и вы знаете, я не побоюсь этого сказать, я все равно вот чисто по-родственному, я их люблю. Это я не хочу им зла, я вспоминаю наше общее детство, я понимаю, что они умеют быть хорошими родственниками, они чувственные, они умеют поддержать, в них очень много хороших качеств, очень много хороших тел. Но они такие, а мы такие, понимаете, я помню один раненый грузин, вот уже мы в шрумах были, и у него сильное было ранение, боль была сильная, его бросили, вот получилось, вот, и он большой, красивый такой вот лежит. Марина Миквапи мне говорит, сделай ему промедол. Ну, я ей сказала, аналгин с димедролом, вот это, ну, типа вот достаточно, ну, давай сделаем промедол, ну не жалко, типа вот. Вот. И она, значит, потом он что-то такое, вот он говорит, все же будет хорошо у нас, что-то... Он решил завестись какую-то... Я говорю, все будет хорошо, только мы на этом берегу, а вы на том. Только вот так. Вот. Все нормально, нормальные люди. Только они там, а мы здесь. Мы это должны понимать. Так случилось. И пока мы живы, вы знаете, это очень сложно. Вот когда... Я часто говорила, что я не буду об этом говорить, это уже случилось, это уже завершилось, и теперь все, функция выполнена. А оказывается, функция не выполнена. Вот начинаются какие-то вот такие вот трепыхания, что все, что было сделано, какие-то вот даже вот не то, что мне кто-то сказал, ты еще будешь жалеть, что ты там была. Ну, жалеть я, конечно, не буду, у меня просто выбора не было, я так считаю. Но все, что ожидалось, вот мы тогда были максималисты, наверное, это немножко вот такие романтики и максималисты, люди, которые идут вот, вот там, где очень опасно. Это ничего тут, личные интересы, корпоративные интересы никто не отменял, но не на позициях же это делается. Вот когда человек туда пошел, это значит, это вот ничего личного. Лариса Дарба, Ассоциация женщин-инвалидов войны. Мы рады вас видеть. Более того, та тема, которую вы затрагиваете, нам очень близка. И мы с удовольствием вас слушаем и знаем, что это идет боль изнутри. Я хотела бы задать вопрос. Вы сегодня заведуете республиканским реабилитационным врачебным диспансером. Хотела бы вот выяснить, так как я являюсь членом комитета Совета фонда, мне бы интересовал такой вопрос. Сможете ли вы, так как эта тема вам близка, помочь нашим инвалидам, заключить договор с вашим диспансером и оказать какую-то помощь нашим ветеранам войны,
по поводу лечебной физкультуры, массажа и так далее, и реабилитации. Спасибо вам большое за все. Конечно, очень хотелось бы все это делать, потому что вообще я не скажу, что ничего не делается, очень даже много внимания делается, все это может быть не очень нерочительно, все это используется. Я бы, конечно, очень, я даже говорила со своими сотрудниками, и мне было очень приятно, что я такое понимание встретила. Они мне сказали, мы знаем, что такое вот воевавшие люди, мы знаем, что это такое, и нам даже вот мы даже можем просто от себя вот оказывать, ну там массаж или какие-то там какие-то процедуры, мы можем это делать. Но я вот оговорить хочу вот этот момент, когда вот это просто от себя, вот как знаете, как цинично есть такая фраза, даром лечиться, напрасно лечиться. Это должно быть на государственном уровне хорошо организовано, и мы будем очень рады, если мы можем что-то сделать для участников войны. Спасибо. Да. Есть еще? Можно выразить? Конечно, можно. Когда вижу, особенно женщин-ветеранов, которые заменяли нас, матерей, там на фронте, всегда низко кланяюсь. И ну, как бы хочется всегда вас обласкать, что-то такое приятное вам сказать. Дело вот в чем. Я помню, когда Арзик, вот после Лацкой трагедии, когда титрами шли, не все были известны, кто погиб, а вот Жанна Гвинджи там в этом вертолете была. И я помню, он вскочил, он с позиции пришел, и только-только я его вещи, значит, там же это зима была, у печки так разложила, и в это время он вскочил, и у него слезы потекли. Я говорю, ты что, знал эту девушку? Он говорит, это была наша медсестра, она, говорит, заменяла маму. Она была нам подругой, говорит, очень близкой, сестрой. И когда, говорит, мы уходили на позицию, они, говорит, все, вот все вы молили Бога, чтобы мы живые вернулись. Когда мы возвращались, они опять же возблагодаряли Бога, что мы живые вернулись. Вот это я никогда не забуду. И я вам всем желаю. Вы понимаете, вы... Просто нет слов восхищения, это никак не укладывается. Я даже, наверное, слова не могу найти, выразить вот такое мужество, такую теплоту вы отдали нашим мальчикам. На ваших руках они оживали и умирали. Это дорогого стоит. Желаю вам всем счастья большого, чтобы никогда государство, какое бы оно хорошее ни было, наверное, по заслугам не отдает. Так бывает в жизни. Но вы и на это не обращаете внимания и опять же делаете добро. Всех благ вам. Спасибо. 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 Спасибо, Гуля. Я извиняюсь, что я сидя слушала, Гуля. Я тут привязана встать не могу. Может, кто-то хочет поделиться из вас воспоминаниями? Девочки, ну, пожалуйста, расскажите. Скажи что-нибудь. Хорошо, я скажу. Я хочу пожаловаться на тебя. Да. Гоняла я их, оказывается, да. Это был такой случай. Мы с Гагры нас перебросили уже сюда. Вот в ресторане «Шера» мы там встретились первый раз. Не знала тебя. И мы сказали, нам нужно побольше лекарств, мы в горы идем с ребятами. На что ты нам сказала? Кто вас туда пустит? Вам нельзя туда только мальчики идут. Я вас берегла по мере возможности. Ну, мы так переглянулись с Ритой, чтобы Рита говорит. И все равно ушли. А что она нам такое говорит? Мы без нее пойдем туда. Ну, мы с ребятами тогда уходили. Вот этот момент я первый раз, когда тебя увидела. И вот тогда Жанна Гвинджи, сейчас она сказала, она сидела в уголочке, держала фотографию и плакала. Да. Мы спросили, вы нам сказали, что у нее брат погиб на той стороне. Погиб. А потом мы наверх поднялись, и она подошла и говорит, вы, говорит, в горы идете, ты, говорит, в этих сапогах не сможешь, в ботинках не сможешь туда подняться. И мы поменялись, она мне дала сапоги высокие, а мои ботинки она взяла. После этого мы больше не встретились. Да. Но вы знаете, вот этот момент, я была на фронте, я была очень рациональным человеком. Я вам хочу сказать, что я Жанне 100 раз говорила, знаете, абсы, я нухаю, еще джейху ганзы, я абсы, чтобы сырхот.
Я ей говорила, не дергайся, сиди на одном месте, не делай этого. Я по мере возможности берегла. Вот я помню, как я не хотела, чтобы Марина Микфаби уходила с тем отрядом. Так, я так не хотела, чтобы она уходила. Она тайком от меня ушла. Я ей сказала что-то очень резкое, что я до сих пор себе простить не могу. Потому что, вы знаете, это война. Это когда очень тяжелая ситуация складывается, ты должна быть рядом с человеком, который ни за что тебя не бросит. Понимаешь? И мне было жалко таких красивых, таких молодых, таких... Поэтому я, может быть, излишне была. И... Это не то, что я не собираюсь оправдываться, извиняться. Да, да, да. Когда кончилась война, пришел момент, когда надо было нам собраться, объединиться и в мирное время уже идти дальше. Не общаться нам нельзя, потому что историю надо сохранять. Мы должны быть вместе. И мы создали ассоциацию женщин-инвалидов, участниц боевых действий, где нас много. По сегодняшним меркам, ну, уменьшается. Нас становится меньше. О нас говорят мало. И я рада, что сегодня наша Лика Почулия сидит здесь и говорит о том, что было. И спасибо вам всем большое за это. И я надеюсь... что впредь и я буду говорить, и они будут говорить, мои девочки. И не надо отодвигать нас подальше, потому что мы не потому, что хотим быть на телевидении, потому что это история. Я педагог, и я хочу, чтобы это осталось для поколения. И мы сегодня, мне кажется, нету ни одной такой организации. Мне остается поблагодарить Лию и всех вас за участие в этой программе. Я очень хочу пожелать вам здоровья. Живите долго, пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо всем. Извините, что тут это...